Ребята, всем большой-большой привет, огромный. Всем спасибо за лайки, за комментарии, за просмотры. Большое спасибо. А сегодня у нас слоеное тесто с грибами. Грибами с сыром. Смотрите, что можно с него сделать. Обыкновенное слоеное тесто. И грибочки. Смотрите, в середине разрезаны. Какая красота. Хрустящие, с грибами. Теста мало, начинки много. Очень вкусно, быстро. Не забирает много времени. Кому интересно, смотрим, как их делать. Подписывайтесь, ребята, подписывайтесь. Вы меня спасаете. Ребятка, жарим грибочки. Подготавливаем. Сейчас чуть-чуть маслица. Испарится пускай водичка, потом будем добавлять сюда лучок. Такая у нас будет начинка. Вот, ребята, водичка еще испаряется. Сейчас испарится и будем бросать сюда лучок. Такая начиночка грибная у нас. Ребята, вот обжарили грибочки, лучок, чуть-чуть лука и буквально 2 ложечки сюда сметаны. На сильном огне, пока испарится. И вот такая у нас будет начиночка. Буквально пару минут водичка испарится. Нам не надо лишнее. И начиночка готова. Вот еще водичка есть. Ребятки, начиночка наша готова с грибами. Вырезаем из слоеного теста такие кружочки. Или кружечкой, или чем-нибудь выдавливаем. И теперь разлаживаем это все дело. Сейчас чайной ложечкой грибочки на каждый кружочек в центр. Вот так вот. Чайная ложечка, больше даже не надо. Чтобы не рассыпалось. Так, буквально на каждый кружочек центр. Края должны быть свободные. Тесто не надо сильно раскатывать. Как оно есть, мазень вот. Так и ставим. Вот такая с горкой. Раз, пальчиками поправили. Меленько у нас хорошие грибочки получились. Сюда добавим. Так разлаживаем полностью. Вот так мы разложили. И теперь на каждую ложим сырочек сверху. На каждую штучку. Духовка включена. 200, 180. Кого какая духовка? Вот так вот. Это очень вкусно, быстро. Чуть-чуть рассыпается, ничего страшного. И ставим в духовочку минут на 20-30. Вот смотрим, смотрите, ребята, что у нас получилось. Вот это я резала кружочки, а вот это с остатком. Что осталось тесто? Только с грибами. И то получилось вкусно. Можно было на кружочки не резать, можно просто было на квадратики. Ну вот такие они получились симпатичные.
Вот они, смотрите, снизу. Сверху. Хрустящие. Видите, какие? Очень вкусно. Быстро, вкусно, дешево. Готовим. Всем приятного аппетита!